говорит: всем привет, любимые подписчики. Это джойстики из Одессы. И сегодня мы решили поехать в легендарное село Роксоланы. С нами еще средний джойстик. И наш постоянный драйвер. И сзади там, кстати, зеркало будет видно, нас преследуют зевсы, зевсятные. Это что? Да, это мы уже в Санжейке? А, это Грибовка. Дальник. Да, это дальник. Налево. Ну что, вы похмелились? Нет. Чего? Ты тут... Потому что никто не наливал. Привет! Это я так Google называю. Ну тут красиво, да. Лиманчик вот там. Почему-то там по навигатору сказали, что дорога перекрыта. У них нет джип, у них кроссовка. Что, мы не сюда приехали? Нет. А где обрывы? Ну, да. Ну, значит, наверное, дальше, может, и... А, непонятно пока. Ну, типа, да. Ну, спросите. Слушай, ой, тут так говном пахнет. Ты можешь спросить или нет? Ну, нету никого, у кого ему. А вон гараж открыт. Пойди к гаражу там. Да это не гараж вообще. Это кукуруза. Целая кукурузная. Короче, приехали мы не туда немного. Теперь вроде нашли, куда ехать сейчас. Смотрите, что у меня есть. Ой, как тут пахнет, а? Смотрите. Что у тебя есть там? Это дядя Женя. Обратно ехать. Куда туда? Там, где мы... Ну, уже нашли. Она сказала, за бабушками даже, которые продают. Да, да, это в другую сторону. Я уже посмотрел точно, да. Уезжаем обратно на якобы закрытую дорогу. Ой, смотри, а там что, чеснок у него или грибы вон висят на такой штуке? Чеснок. Какая высота этих ветряков? Метров 100? 120 метров. 120 метров? Да. Катя, подожди. Сейчас заедем копченой рыбы, только не проедь. Приехали в такое место тут.
Здрасте. А что у вас за рыба есть копченая? Скумбрия копченая? Только скумбрия? Да. Не, я понял, это не скумбрия. А копченая только скумбрия? А горячая или холодная? Ну вот это лещ, подлещик. Вот это вот как тарань такая большая, или карп даже. Ну вот, это одна рыба, это вторая рыба. Вот разница. Вот это вот с вот этой. Посмотри, чешуя разная. Не, чешуя разная, но это вот это вот лещ. Надо... О, а это что? Толстолоб еще? Да. Угу. А вы ее что, морозите или что? Да. Прикольно. Что, возьмем? Ну да. Давайте. Сколько штучек? А, вот. Сколько ты там? Ну, это ж у вас это ж не вся или еще есть? Не вся. А, вся? Что, продали все? Ну, так, пару штук осталось. Ну, мы заказали. $115 Нормас. Сейчас отдам. Вот едем туда. Туда ж. Повернули по такой дороге нас. Да отличная вот дорога. Вот, опять, вот так вот. Да вот так вот, это моя фишка. Моя фишечка. Что ты меня троллишь? Ты с подписчиками поздоровалась? Ну вот. Вот так вот. Сюда, ребята, мы приехали. Да, вот едем, движ какой-то там, говорят. Не хватает страшной музыки какой-то, да? В общем, приехали мы. Непонятно куда. Угу. Непонятно зачем. Надо выпить коньячку. Чтобы вам. Да я уже боюсь, чтобы ты ехал обратно. Я уже себе доверяю буду. Ну давай, я выпью коньячку. Направляйтесь. Ну они туда, но к морю ездят. К лиману. А там дальше, вот это оно так кажется, Лена. Оно точно так же, как и здесь. Просто оно издалека кажется, что они... Ну вот как здесь, видишь, горбы такие. Ты можешь выйти? Вот там точно так же. Лягушка. Лягушка. Мама, это да. Что там? Ну, такое. Красиво? Ну чего, смотри, так вдоль. Так... Я вот туда хочу пройти. Да, тут такие бугорочки. Замечательно.
поехали, вот такое интересное местечко. А я тебя не снимаю, зайка. Каньончик. Наши там устроили легкий пикничок. Идем туда, пройдемся. Пошли туда. Сходим. Доча в таких сапогах, да, в розовых, рожевых. Ух ты, смотри, тут какое-то здание было. Стена. Смотри, тупо стена. Все, что осталось? От чего? Ну, от чего-то, видишь, стена одна. От крепости какая-то, да, тут была. Вот здесь вот дверь. Угу. Так вот дорога без мамы. Да, идем сейчас посмотрим, что там. Смотрите, да, сколько шиповника. Чай с него вкусный. И полезный. Да, вон, видишь, лиман уже рядом. Телефон. Ты хочешь сфоткаться? Да, нет, я хочу сфоткать просто вот этого. А. Ну, видишь, тут пикничок. Я хочу телефон. Делаю. Тут и рыбачат. Дай свой телефон. Да, в заднем кармане бери. А это лиман днестровский. С другой стороны, Белгород, что ли, получается, да? Не урони его в озеро. В лиман. Что, ты боишься? Давай, вон она, доставай. Смотри, на змею не наступи там. Папа. Походу, у тебя знак зодиака змееносец. Змееносец? Ага. Такой есть разве? Да. Ничего себе. Там колючка. Давай, колючка, запускай. Я снимаю. Блин, ну тут реально круто, да? Камень я нашла, посмотри, какой прикольный черный. Ну, он, наверное, съедобный. А ну попробуй, съедобный. Я боюсь. А, слоп! Да ладно, это настоящий. Вкусный? Ой-ой-ой-ой-ой. А красота. Красиво. Там все, мы едем с палатками туда отдыхать. Да, мы решили. Сейчас? Да. Все, поехали наверх. Дуем, наливаем. Джойстики.